Доброго всем времени суток, с вами Тексер. И к нам неожиданно подкралась эксгумировавшись игрушка Мёртвый Штат. Я играл в нее довольно давно, последний раз я играл в нее больше года назад. Ну, собственно, я, по-моему, начинал даже канал с нее еще. Она появлялась, исчезала. Играл даже, по-моему, еще на старом мониторе, у которого 4 на 3 размерность. Ну, кому интересно, можете посмотреть в плейлисте, с чего это все начиналось. Но, да, она старая, она иногда вылетает, но она походовая, она про зомби. Я, блин, хочу досмотреть, что у меня тут получится выгружить, куда меня занесет. Итак, краткое содержание предыдущих серий. Это лежит банда койотов. Я вот не могу вспомнить. Мне почему-то кажется, что я четырьмя персонажами сюда шел. И одного персонажа я тут где-то просрал. Но я не могу вспомнить. Как осталось, так осталось. Давайте так оно и будет. То есть, если мы кого-то потеряли, то мы кого-то потеряли. Скорее всего так, потому что ну, не мог же я тремя пойти, я, наверное, четырьмя пошел. Скорее всего, мы потеряли кого-то из полицейских. Но давайте на этом мы вернемся на базу. Потому что я нагружен выше головы. И сюда надо будет как минимум еще рейд сделать, чтобы все это унести. Я думаю, что вызовет сейчас падеж на базе морали. Так, на базу, база. Нет, не старая церковь, база, убежище. О, Маша, откуда идем? Из Стефенвилля, штаб-квартира койотов. Да, хорошо. Койоты, на самом деле, они поступили очень глупо. Ну, как? Они поступили вот в жанре всех киношных злодеев. Они прям выпендрились так на нас, что вау, верните нам вот эту Регину, которая вот с нами была. Что или мы вас типа тут всех порешим. Ну, понятно, что они всех порешат и так. Отдай им Регину, они потом все равно придут еще, еще и еще. Это бесконечно. Но они изображали из себя прям вот крутизну неимоверную. Ну, за что и поплатились. Так, это мы еще притащили, хорошо. А, да, Вику мы теряли. Я все еще не могу в это поверить, в смысле насчет Вика. Да, нам будет его не хватать, это шериф. Местный шериф, который нас там вытащил за обломку самолета. Видимо, сейчас моралька-то упадет у всех. Теперь я остался последним живым копом в Сплендиде. Никогда бы и подумать о таком не мог. В смысле, если такой закоренелый старый говнюк, как Вилл, не смог справиться, то какие могут быть шансы у меня? Вот этот рыжий, он вообще довольно такой неуверенный, дохлый товарищ. Причем Вика его постоянно шпынял, там, тиранил и так далее. Тут у нас лежит, непонятно. Так, давайте лидерство на него надавим. Пусть его смерть будет сделать тебя сильнее. Я знаю, он умер, чтобы защитить меня и всех остальных. И я не позволю, чтобы его смерть была бессмысленной. Я буду сильным, как он, не таким грубым, как он, но сильным. Спасибо за поддержку, у меня пора идти. Иди. Порви их всех. Так, а что у нас? Ты кто? Анита. Ну ладно, Анита. Тот. Ты ко мне? Не ко мне. Ну и не надо ко мне ходить. Ты кто? Грант. У нас уже довольно много здесь народа. Кстати, сколько времени? What time is it now? А, черт с ним, сколько бы ни было. Так, давайте отнесем тут на базу все это. А в убежище... В штаб-квартиру банды... Неплохой склад, не правда ли? В штаб-квартиру банды мы отправимся потом. На следующий день. Так. А мне тут все надо? Ну, обезболивающие. А, используется сумка с медикаментами. Смотрите, это недавно. Хоп! Хоп. Успокоен, да. Хоп. Нет, 74 винта нам не надо. Тут у нас акумы. Это некоторым союзникам у нас. На пользу кофе. Да, им же. Медицину я никому не могу втюхать. Я не знаю почему. Струн для электрогитары. Для чего? Не знаю. Мы можем уже перерабатывать. У меня есть, как он называется. Ну, короче, переработчик. Конвертер.
Так, ничего, ничего, ничего. Я ищу что-нибудь такое, что можно унести с собой и кому-нибудь из союзников, особенных союзников, подарить. Нет, то есть у нас аккум и кофе, хорошо. А, давайте посмотрим, что у нас тут с персонажами. А, нет, не то. О, у нас навыки, да. А что нам надо? Механика может взламывать. Стрельба. Кстати, механику вкачаемся немножко, чтобы выживание. Нет, не надо. Наука вообще ноль. Дипломатия. Ну ладно, вот одну дернули. Дальше просто уже дорогие пошли навыки, поэтому не можем. Хорошо, задача. У кого хреновое настроение? Обратите внимание, у всех настроение нормальное. Нормально, у кого-то даже отличное. То есть, в конце концов, можем ходить и раздавать кому ни попадя. Так, хорошо. Ну, Тоду, я думаю, ничего такого не надо. Тот вообще, он прекрасен. Он доволен собой, все. Айми. Бежим. Аймит, по-моему, с китаянка. Кстати, кошак сидит. Нет, Эми. А, фу, Эми. Вот тут батарейки есть, которые ты хотел. Давай, плеер будешь слушать. О, клево, то, что нужно. Хорошо, что я не выкинул мамин старый Walkman. Теперь я буду слушать Chains of Decay, Дом Помрачения. Цепи разложения. Офигенно. Ну, а такая... Ну, не Эма, ну... Такая странная. Подросток, елки. Так, еще. А что тебе вообще поискать? А, она еще и кофе любит. А, нет, больше не любит. Аккумуляторные батарейки. Немного травы. Наркоманка. Батарейки, травка, классический набор. Понял. Хорошо. А, кстати, травка-то у нас была. Была. Так, ты. Это повар, он доволен жизнью. Ты. Мичиру. Вот Мичиру. А, Мичиру японка. Она учила английский. Что тебе принести для поднятия настроения? Нет. Ладно. Значит, еще не выучила. Поль. Поль это наш морпех, и он нетрадиционной ориентации, товарищ. Но воюет очень хорошо. Так. Сигара. Сигара и виски. Джоэл. Народ, кому кофе? А вот кофе кому? Кому кофе? Соус. Шоколадки. Окей. А, Мелина. Вообще тут еще серпентарии, они тут между собой грызутся и так далее. Си? А, принести что-нибудь? Не знаю. Я не знаю, принести ли мне чего-нибудь. На самом деле, Мелина не самый плохой вариант. А чем тебя можно порадовать? Кофе. Вот тебе кофе. Рад помочь. Все, раздали, отлично. Теперь мы, кстати, сохранимся. Мы отправимся к доске. Доска иногда глючит, поэтому мы и сохраняемся. Сами понимаете, не играл больше полугода, я даже не помню, чем я тут занимаюсь. Тут видите, сколько у меня народу. 32 часа осталось, пока эта дамочка выучит. Хорошо. Так. Что мы строим? Мы ничего не строим. Мы ничего не строим, да вы охренели. Они-то Кас болеет. А объясню, чем мы никак. Строить. Стреляющий в спортзал, комната отдыха. А, вот мы строим комнату отдыха. Но я хочу строить только Оскар Гусман. Да, он строит комнату отдыха. Он много чего может строить. Но строит почему-то комнату отдыха. Пускай мы поможем ему строить комнату отдыха. Я не против. Мы все будем строить комнату отдыха. Ее осталось 3 часа строить. Дэвис Крей. Ну, Дэвис Крей, его хрен чем припашешь. А, нет, смотрите, он тоже может строить комнату отдыха. Дуг Шульц.
Комната отдыха. Мастерская. Нет, но мы будем так накидываться на что-то одно, я думаю. 17 часов. А сейчас уже 6 вечера. То есть мы сегодня, ну, не особо построим. Хопкинс. Что-то они все сбросились с работы, у меня такое ощущение. Я не мог их оставить, ни хрена не делать. Это повар. Мелина Гузман. Ты знаешь, да, что делать? О, 9 часов. Слушай, мы прям такой толпой накинулись. Мы сейчас просто все это дело моментом отстроим. Эту чертову комнату отдыха. Плюс один настроение каждому союзнику. Вот это прекрасно. Грибная ферма. Потом нужно будет по грибным фермам пройтись. Регина в группе. Регина в группе, да. Так. Все. Вот как-то так. Погнали. Проматываем время до конца. Ну, 2 часа, да, 2 часами, а там 5 всего осталось. Да, сейчас уже 7:14, все хорошо. А теперь спать. Какая-то передача по радио. Да и пофигу. Ну, пойдем послушаем как передачу по радио, в конце концов. Мне не жалко. Не достроили мы в этот день комнату отдыха, но все у нас будет. А, радио говорит. Ну, типа, 3 Dog Night из Fallout. Я недавно разговаривал с несколькими друзьями по радио. Некоторым из них пришлось бросить свои дома из-за толп трупаков, блуждающих по городам. Думаю, где-то там бродят целые орды этих тварей. Я слышал, что есть несколько групп, которые неплохо справляются и даже собирают выживших. Но будьте осторожны, неизвестно, кому вы доверяете себя на самом деле. Фрэнк рассказал мне о группе мужиков верхом на байках со стволами в обнимку. Он сказал, что не пытался установить контакт, потому что они выглядели опасно. Мэй особо и нечего сказать, кроме того, что у нее овощи подоспели. Если ты слушаешь, Мэй, знаю, что, по твоему мнению, кашель не проблема, но ты все же береги себя там, окей? Ну, прям 3 Dog Night, да? Томми рассказал, как столкнулся с группой под руководством доктора. Из-за того, что они с дочкой врозь, он не присоединился к ним, но он сказал, что телохранитель доктора выглядела пугающе. Выглядела. О как. Также дочь Томми заказала песню, сказала, что ей пригодилась бы поддержка. Так что специально для моего самого юного слушателя песня Great Vibration. Надеюсь, она принесет позитивной энергии в ваш день. И зазвучала песня. Вот так. Ладно. Ну что, все спать. Что у меня с имуществом? Калаш. Ну, слушайте, неплохо мне, наверное. Я, наверное, с калашом и останусь. Хотя он для разборок с бандами. Ну, на следующий выход нашей группы, опер-группы, мы возьмем немножко другое оружие, я думаю. А пока сон, сон, сон грядущий. Давай. Лечь спать, закончив день, да. Так, что у нас день? Мораль у нас минус 29 дернула. 370. Но мы достроим комнату отдыха, и все получат плюс один, и все будет хорошо. Осталось 271. Сколько мы сожрали? 80, да, принесли. Далеко не 80. Надо... 24 союзника, они, конечно, жрут. Надо развивать грибную ферму, курятник там и так далее. Морали получено, морали получено. Штраф к морали. Союзники, обратившись в зомби, 1, минус 20. Один союзник умер. Вот у нас и 70 очков в минус, а так было бы в плюс. А антибиотики есть. Антибиотики, напомню, они тормозят превращение людей в зомби, укушенных. Например, мой персонаж был укушен практически в первый день, и он только, собственно, на этом и держится. Ну, собственно, их трое таких покусанных. Ну, держимся. Продолжить. Сейчас ко мне пойдут с разговорами. Так, почему у меня не... Это фрик компьютерный. Ну, я про всех рассказываю, потому что, может быть, кто-то начнет смотреть именно с этого видео, и не посмотрел начало, не знает, о чем речь. Дак — это компьютерный фрик, он был ранен, лежал без сознания у нас в подвале, мы его выходили. Очень неприятный человек. Считает себя очень умным, остальных считает тупыми буратинами. Почему вы не пускаете меня на собрание? Я заслуживаю права голоса больше, чем все остальные. Я требую извинений и немедленного продвижения в совет.
Дайте дипломатии. Я дам тебе немного дополнительной... Нет. А что должен дать ему дополнительной еды? Да пошел нахрен. Мне жаль, да, эти люди были избраны остальными обитателями убежища, я ничего не могу поделать. О, как удобно, что руководители должны выиграть конкурс популярности. Потому как-то... что хотят 10 идиотов, как то, что хотят 10 идиотов, полностью соответствует тому, что хочет один гений. Ой, подождите, это же не так. Так уходит, перебирая имена и тряся кулаком. Да пошел он. Исходя из того, что я слышу по радио, после смерти маршала койоты распались. Мне кажется, положение действительно изменилось, так что я даже рад, что вы о нем позаботились. Наверняка снаружи есть еще куча людей, которые испытывают те же чувства. Да очень неплохо бы, да. Переход от с трудом выживающей группы до группы, которая уложила одного из самых опасных людей в Техасе, довольно впечатляющее достижение. Ну, блин, ты еще не видел, что будет, если у меня попробовать отнять еду. Так, что мы ему ответим? Вряд ли он последний. Сообщи мне, если услышишь что-то еще. Эми пришла. Эй, Смит, я хотел поговорить с тобой. Мне сегодня что-то не важно. Сегодня мог бы быть день рождения моего парня, Дастина. Если бы он не был таким упертым, мог бы быть рядом с нами. Только о нем могу думать. Я даже споткнулся и чуть не расквасил себе физиономию, когда поднималась по лестнице. Знаю, мы все много потеряли, но я чувствую себя как с пластиковым пакетом на голове. Чем больше ты трепыхаешь, тем труднее дышать, понимаешь? Ну хорошо, на сегодня свободно отдохни. Спасибо, босс, я очень ценю это. Знаешь, ты бы понравился Дастину. Ты заставляешь людей верить в себя, прямо как он. Ну, спасибо и прими мои соболезнования. Так, тот. Это наш пастор. Кстати, неплохой человек, дружелюбный очень. Он весьма поднимает уровень настроения в убежище. Не стоит слишком близко, я полагаю, у меня тяжело дышит. Небольшие проблемы с желудком. Может быть, это грипп или просто воду плохо прокипятили. Во всяком случае, я буду не в состоянии выполнять свои обязанности сегодня. Пожалуйста, сообщите моим всем прихожанам, имелось в виду. А, не надрывайся, передохни. Спасибо, я должен. Удаляется. Рене. Это наш медик. Она вообще училась, по-моему, ветеринар, но это наш медик. Эй, это может показаться глупостью, но вчера я была в саду и заметила, что у нас там осиное гнездо. Понимаю, что это совсем не так страшно, как ходячий труп, но для некоторых людей... Ну, некоторых людей один укус убивает в течение пары минут. Как ты думаешь, найдется в округе средство АТОС? Было, кстати, что-то такое. Будь что в заклад, в хозяйственном магазине есть что-то подобное. У тебя аллергия? К счастью, нет, но многие люди от нее страдают. Моего папу как-то раз ужалили, ее горло сдавило отеком. А мы сейчас не можем вызвать скорую. А я поищу это средство. Чем быстрее, тем лучше. Ос довольно легко раздразнить, даже случайно. Я не хочу тебя тревожить, но иногда эти гнезда настолько разрастаются, что их могут быть там тысячи. В такой момент, я думаю, будет лучше слинять отсюда куда-нибудь подальше. Арина выходит. У нас было средство от ос. Было, блин, я находил. Давайте на склад. Заодно перевооружимся. Так, сохраняшечку. Заодно перевооружимся. Средство от ОС. Куда ушло? Да в конце от концов. Оу. Я принес все средства от ОС. Отлично, я сегодня уже обо всем позабочусь. Как только осы лягут спать. По крайней мере, надеюсь, что они лягут. Это гнездо растет с каждым днем, так что ты как никогда кстати. Блин, у меня шрифт что-то в глазах тут как-то странно сочетается. Поосторожней там, увидимся. Я ему одну отдалась от них, да? Одну. Так, выгружаем. Я бы взял винтовочку какую-нибудь дробовую. Дробовичок-то. Винчестер. Какое оружие? Патрон 38 калибра, сами таким воюете. Мне дробовик нормальный надо. Вот. Полицейский дробовик давай сюда. Это туда. Так, теперь патроны. Ну, пусть будет. А далее, это я иду. Элейн. Элейн не идет. Элейн тут работает. Рене.
Рене с нами ходит, у Рене будет пистолет. А Джоль Освальд... С квалдометром. Он трусливый. Бад Ларсон. Бад Ларсон с нами ходит. Так, выкладывай нафиг. Выкладывай нафиг. У тебя будет твой горячо любимый со стрелами. Так, Бад ходит. А Пол обязательно с нами ходит. О, ну вы видите, да, тут сколько всякого. Так, давай оружие сдавай. Оно, конечно, офигительное, но... Но... Оно у нас одно. Пистолет. Стандарт. Так, туда. Туда. Кувалда очень хорошо. Так, туда. Туда. Ножик, куртку. Все в пень. Все в пень. Все в пень. В пень. Пистолет 9-миллиметровый. Сейчас я вспомню, как перетаскивать. Блин. Черт возьми, не помню, как перетаскивать. Ну, количество маленькое, как перетащить. Ни с Ctrl, ни с Shift. Ну, черт с ним, пускай будет 35 патронов, в конце концов, не жалко. Это поле у нас, да? Ну все. Латинг это собака, Регина. Это Регина. Так, ладно. На работу. На работу, господа, на работу. Всего у нас, по-моему, может уходить туда четверо, так что. Все так. Так, Тексер Смит в группе. Так, это болеет. Анита Касс. Это наша строительница. Комната отдыха. 5 часов. Неплохо. А, оно запомнило, смотрите, что все строят комнату отдыха. Отдыха. Слушайте, еще игра обновлялась. Ренакас, фермер. То есть наш доктор еще и фермер. Вообще красота. Я бы пошел кого-нибудь еще, конечно, фермера. Но нет, нет. Но скоро у нас будет еще и японка. Или китаянка, я уже не помню, кто она. Приз, ты не можешь быть фермером? Можешь. Так хрен этот у нас стал доктор. Вот, прекрасно. Прекрасно. Караульная служба есть. Бат Ларсон, Ларсон с Крейгом Салливаном. Фермер, что он делает? Дополнительные единицы еды в неделю за каждый отработанный день. У меня что-то сильные сомнения, что это хорошо. Ну ладно. Итак, Бат караульной службы занимается. Элейн. Тут, кстати, по алфавиту. Рина вообще доктора мы с собой брали, насколько я помню. Давайте с собой в группу его возьмем. Пол в группе. И еще один у нас кто-то. Освальда возьмем. Ну, он такой шуганный, конечно. Берем. Вот как-то так. Остальные строят. Они за 6 часов должны справиться. А мы пойдем заберем еще порцию оттуда с, ну, с бандл. Так. Детектив. А, я не могу загрузить, потому что у меня патроны в кармане, а не в быстром доступе. Вот так вот. Релоуд. Так, погнали. Нам надо в Стефенвиль. Штаб-квартира Койотов. И по пути у нас тут
Посещено 0 раз, это свалка. Посещено 0 раз. Мы не заходили, мы просто пробежали. Два байкерских бара. Желтым обведены те места, где мы не были. Так, тут может быть зомбятник, кстати, набежал. Да, прям сразу причем. Видите, этот тоже зараженный. Мы не будем шуметь. Базовая атака, нифига, пуш. Нокдаун. Тыц. Шмяк. Вот так вот это делается. Давай, отойди сюда. Конец хода. Так, ты. Джоль. Фигач. Фигач. А, 7 надо, у тебя столько нету, хорошо. Так, это я. Базовая нифига, Вилдсвинг. А нет, Крипл, по-моему, самая хорошая была. Мертв. Пойдет. Так, все хорошо, зомбаки ходят. Но нам нужно на эту стоянку, поэтому пошли вокруг. Стоит зомбятина. Ну, в пень эту зомбятину. Зомбятина нам вот совершенно не нужна. Мы тут пошаримся немножко по магазинчикам. Ни хрена тут нету. А я будился, если тут что-то было, потому что тут же эти орлы орудовали. Вот мусорный бак. Я люблю рыться в мусорных баках. Ну, в игре в этой, как, по крайней мере, потому что там много хорошего. Там есть вот стройка. Там есть вот загнилой фрукт, это пенициллин. Я еще ничего такого не сделал, чтобы его делать, но я чую, что это пенициллин. Так, погнали. Собственно, какая у нас цель? У нас цель вынести отсюда все сколько-нибудь ценное. Это все нужно для нашего убежища. Вообще для нашего убежища нужна еда. Но мы будем там строить грибную ферму, будем строить курятник, все будем строить, все у нас будет. А сейчас мы тут просто собираем, лутаемся. Лутаемся, лутаемся. Дверь. Мотоцикл нам дадут гору бензина. Просто, я думаю, гору. Обеззараживающие таблетки пойдет. Давай посмотрим, так ли велика эта гора. Да, бензин. А, смотрите, хитрые жопы. Не все мотоциклы одинаково полезны. Всего два во всем ряду. Ладно. Так, теперь внедорожник. Музыка такая устрашающая. Но мы знаем, что все это фигня, и тут все хорошо. Вообще, нам, наверное, надо машину. Я пока не знаю, где это брать. За сколько я могу нести? Вот так столько могу нести. Я вообще какой-то... Это не я, это Рене. Все, я понял. Я думаю, что так все фигово-то? Ларь для инструментов, название. Можно как оружие использовать. Но нам это не нужно. У нас все хорошо с оружием. Ох, мы сейчас затаримся просто мгновенно. Топливный бак. Мы не можем столько нести. Вот прям, мы уже прям раз и все, и готовы, и загрузились. Так, Поль, я думаю, ты еще что-то можешь взять, нет? Можешь. А еще? Можешь, орел. Письменный стол, возьми что-нибудь. Можешь, отлично. Выходим. Ну, видите, мы даже еще не дошли до вот этой кучи трубчиков. Вот до этой. Ну, кстати, тут... Тут есть что взять. Мертвый лутер. Берем. Тут просто до хрена чего взять. Калаш вон. Я беру все, потому что это все можно переработать. Куртка тяжелая, мне кажется, да? Фонарик нет. Не могу, хорошо. Кто у нас еще? А я еще, наверное, да?
Да, я еще не брал. Так, койота обобрали. Я не могу столько нести. Вот, собственно, таких вот оно набегах и происходит. А, но мы отсюда, я говорю, мы отсюда все унесем. Просто все. К сожалению, мы не можем ходить впятером, мы можем ходить только вчетвером. Ну, как видите, мы только до суда добрались, а уже загружены выше головы. Еще вот тут целая гора трупов. И вообще вот по этим надо пройтись. А, ну что ж, господа, я думаю, на этом мы закончим. Для, так сказать, возобновления серии, на мой взгляд, достаточно. Загрузить. Да, загрузочка. Загрузочка. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, что вы думаете по поводу данной игры. Я думаю, что ее стоит продолжать, потому что все-таки это интересно и довольно необычно. Кстати, да, русификация у нее качественная. Это сообщество русифицировало. Семья вкусного Теда. В Теда съели, походу. Вот. Где там бежим? Нормально бежим. Ну что ж, всего хорошего и до новых встреч.